знаете, это главная составляющая батла. Ты сначала такой, я такой крутой, я такой стильный, я тебя забавлю. А потом, после каждого батла, обязательно нужно пожать руки, потому что мы здесь не собираемся, чтобы злиться на друг друга или еще что-то такое. Давайте парням поаплодируем. Но в следующем круге я очень сейчас напомню, что вы должны делать. 3, 2, 1. Спасибо большое.